ЖКХ – одна из сфер, на которую чаще всего жалуются тюменцы в надзорные органы. Об этом говорит статистика Роспотребнадзора. Да, ведомство сообщает, что среди общего числа жалоб в регионе лидируют две большие группы – на санитарно-эпидемиологическую обстановку и несоблюдение прав потребителей. В первой – львиная доля. 37% приходится на нарушение условий проживания в жилых помещениях. Также обращения касались качества продуктов, воды, невывоза мусора из дворов, состояния воздуха и другое. Во второй группе превалировали жалобы на нарушение прав потребителей в сфере розничной торговли и ЖКХ. Также людей не устраивало качество финансовых, бытовых услуг и услуг связи. Всего за прошлый год в Роспотребнадзор поступило почти 16 тысяч обращений. Это на 16% больше, чем в 2015-м.